Скорее всего, вы проводите довольно много времени со своим смартфоном. Он стал неотъемлемой частью вашей жизни. Удивительно, насколько быстро смартфоны превратились из модной новинки в обыденную повседневность. Но на горизонте замаячила технология, которая может в корне изменить использование тачскринов. Это профессор Гуглов, и сегодня мы познакомимся с технологией под названием Skin Track, с помощью которой ваша кожа буквально становится тачскрином. Немного забежим вперед и узнаем, что же такое Skin Track. Технология недавно была выпущена лабораторией Future Interfaces Group и, по сути, делает вашу кожу тачскрином для ваших умных часов. Технология использует специальное передающее кольцо, которое надевается на палец и передает информацию в сенсоры ремешка часов. Когда вы носите кольцо и нажимаете на кожу, высокочастотные сигналы перемещаются по руке и считываются электродами в ремешке часов, определяя положение нажатия. Звучит довольно сложно, но по сути технология увеличивает рабочую зону тачскрина часов, которая на практике довольно маленькая. Самое интересное начинается, когда вы используете свою руку как рабочий стол. Вы можете переместить значок приложения прямо на руку и создать ярлык таким образом. Например, вы можете поместить ярлык Твиттера на локоть и открыть его нажатием пальца. Также технология отлично работает в играх, таких как Angry Birds. Можно натягивать тетиву прямо по коже руки, делая более мощные выстрелы. Также Skin Track поддерживает жесты. К примеру, написав H на руке, вы откроете новости на ваших часах. И начертив S, включите беззвучный режим. Ваша кожа и часы могут работать спаренно в разных режимах. Пролистывание на экране часов будет плавным и медленным, а на коже – быстрым. Пока что технология несовершенна. В частности, время работы довольно непродолжительное. Тем не менее, очень круто видеть воплощение подобных технологий в жизнь. Жду с нетерпением, когда Skin Track станет коммерческим проектом и получит реализацию. Пишите в комментариях, ждете ли вы Skin Track и какие функции хотели бы увидеть. Может быть, вы найдете новые способы применения новой технологии. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. С вами был профессор Гуглов. Увидимся.